Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии финала Лиги Европы. Вильярреал против Манчестер Юнайтед. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на этот матч, как вы считаете, с каким счетом он завершится и кто победит. Ну а позже мы узнаем, каким результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться. Ну и давайте начинать. С центра поля эту встречу начинают футболисты Вильярреала. Поехали. Ну а вот и первая атака Манчестер Юнайтед, и Кавани пушечным ударом открывает счет в нашем прогнозе на 7-й минуте. И вот так вот быстро Манчестер начинает этот матч. Ну, очень классно разыграли. Бруно Фернандеш отыгрался с Мактомина и дальше между двух катнул на Кавани. А тот, в свою очередь, пульнул мяч очень сильно с левой в дальний угол. Голкипер Вильярреала спасти не сумел. 1-0. И МЮ выходит вперед. 15 минут позади, и снова Манчестер Юнайтед идет в очередную атаку. Снова Кавани и Бруно Фернандеш пытались что-то придумать. Но футболисты Вильярреала отняли мяч и тут же подарили его сопернику. 20-я минута. Люк Шоу на левом фланге сейчас пытается разобраться с соперником. Найти партнеров пока не получается. Но вот сейчас Поль Погба, Фред. Передача дальше. Кавани переводит на Решфорда. МЮ вновь поддавливает футболистов Вильярреала. И Решфорд зарабатывает опасный штрафной. Мяча Бруно Фернандеш. 20 метров до ворот. Пошел удар в ближний. И мяч коснулся сетки с внешней стороны. 28-я минута, и вот уже Вильярреал в атаке, они штрафной, передачи, но здесь успевает Дехея, забирает мяч в руки и сильным выносом ищет партнеров в центре. Еще одна атака Вильярреала, это Карлос Бака, разворачивается, бьет, но накрыли этот выстрел защитники МЮ, едва он добрался до Дехеи, тем не менее не может пока что МЮ толком начать атаку. Последняя пятиминутка первого тайма. Кавани на правом фланге начинает атаку своей команды. Выбили мяч из-под ноги. И тут же Вильярреал быстрее пытается выйти в контрвыпад. У нас начался второй тайм. У Вильярреала была замена. Поле покинул Карлос Бакка. Пока что впереди Манчестер Юнайтед со счетом 1-0. И в первом тайме Вильярреал сравнять счет не сумел. Посмотрим, что получится уже во втором тайме. 60-я минута. Бруно Фернандеш подает угловой, Решфорд пытался пробить, и там мяч попал в руку кому-то из футболистов МЮ. 68-я минута, Вильярреал в атаке на левом фланге, передача в центр, дойдет ли дело до удара? Удар по воротам есть, заблокировали. И здесь Поль Погба, спокойно укрывая мяч корпусом, уже начинает атаку МЮ. Все активнее действует Вильярреал, они снова в штрафной Манчестер Юнайтед, передача. Пока что до удара не доходит. Удар по воротам есть. Дехея спасает. 83-я минута, и снова Вильярреал в атаке. Снова передача в центр штрафной. Но здесь в очередной раз футболисты МЮ не дали сопернику пробить и пытаются сейчас контратаковать. Арбитр добавил одну минуту. Вильярреал потерял мяч в атаке. Видимо, на этом все. Несется сейчас Манчестер Юнайтед в финальную атаку. Но им уже не нужно забивать. Они и так ведут в счете. Единственный гол Кавани в нашем прогнозе приносит МЮ победу. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на этот матч. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.